Здравствуйте, с вами Виталий Волков, и вы смотрите информационный выпуск «День за днем». Сегодня в выпуске. Останки воинов уедут на родину. Школьники в управлении ГОИЧС. Игровая программа «Ромашка» в детском лагере. А теперь подробнее об этих и других новостях. В апреле 2018 года поисковиками отряда «Высота» были подняты останки 23 воинов, погибших на Смоленщине во время Великой Отечественной войны. Удалось прочитать два медальона. 18 июня останки были переданы для отправки на родину. Подробности в нашем сюжете. С 23 апреля по 6 мая поисковым отрядом «За Родину» была проведена поисковая экспедиция в районе урочища Митина Ельнинского района. Бойцами отряда Сергеем Песиковым и Кристиной Дрябиной были подняты останки бойцов Николая Семеновича Семенова и Ивана Сергеевича Афиногенова. Оба уроженца Чувашии. Поисковики смогли разыскать родственников погибших воинов. Она встает, кричит «медальон». То есть я как бы так смотрю на нее, думаю, ну неужели? Вот, и, ну, потом мы посмотрели, показался вот Семенович Николай. И, то есть, как бы меня все поздравляли, я все равно до конца не верила. То есть, у меня были смешанные чувства, и, то есть, как бы, вроде радость, вроде что-то такое. То есть, ну, как бы, первая вахта, первый боец, так сразу, просто вот неожиданно. 18 июля в Десногорск приехали земляки погибших солдат. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости прошло отпевание останков воинов по христианскому обычаю. Со словами почета к памяти погибших солдат и благодарности к бойцам поисковых отрядов обратились исполняющий обязанности главы Александр Новиков, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, помощник депутата облдумы Эдуард Синовоз. Принял останки своих земляков депутат собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской республики Владимир Улисов. Он доставит останки на родину, где 22 июня с их воинскими почестями захоронят в родных деревнях. Волнуюсь и с трепетом это говорю, потому что это не только моя забота, то, что ребята нашли. Это волнение передано через меня от чувашского народа, от тех наших земляков. Они сейчас это таким подъемом ждут, что именно привезут останки наших боевых героев красноармейцев. Нет, не закончилась война. В родных краях колокола еще трезвонят. Хотя победа так давно была. Солдат поныне все еще хоронят. Наш регион пытается вернуть себе статус столицы льноводства. Посевные площади льна ближайшие 2 года увеличат в 2 раза. Уже сейчас из областного бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе техники для уборки и переработки льна, смоленским аграриям выделено более 65 миллионов рублей. В этом году площадь посева Рославского сельскохозяйственного производственного кооператива «Успех» впервые превысила 550 гектаров. Еще 120 заняли овес и гречиха. Для сравнения, еще 12 лет назад площадь посевов не превышала 10 гектаров. Уже скоро в цехах заработают оборудование. Начнется первичная обработка льна. Короткое волокно отправится на производство в Адыгею, длинное уже ждут в Костроме. Страшная трагедия произошла в Сафонове. 2 рабочих пострадали при ремонте канализации на площади. В социальных сетях близкие к ситуации люди сообщают, что рабочие открыли задвижку, за которой оказался метан. В результате мужчины получили сильное отравление. Один из них погиб на месте, другой в реанимации. Точная причина смерти будет установлена позже. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Гагаринском районе расширяется кролиководческая ферма. Открылась 4-я очередь предприятия. Это крупнейший в России высокотехнологичный промышленный комплекс по производству мяса кроликов. Производственная мощность – 80 тонн продукции в месяц. Появились новые рабочие места. Сейчас здесь работает около 150 человек, причем значительная часть – это жители района. Областная власть признала проект особо значимым. Предприятие получает поддержку в виде налоговых льгот и субсидий. В летнем лагере у детей масса развлечений. Но и о познавательных мероприятиях педагоги тоже не забывают. Они организовали экскурсию в Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Десногорска.
15 июня воспитанники лагеря Дома творчества посетили Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Десногорска. Ребят познакомились с работой пожарных и спасателей, напомнили правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В этот день урок был посвящен правилам обращения с огнем. Детям объяснили всю опасность, шалости в случаях поджога травы весной. Сотрудники центра поведали историю создания МЧС. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Алексей Труханов рассказал, как правильно звонить на номер 112. Затем детям была продемонстрирована экипировка спасателей. И, конечно же, на ребят произвела большое впечатление аварийно-спасательная машина. Экскурсии проводятся с целью обучения детей безопасному поведению при различных чрезвычайных ситуациях, чтобы дети понимали, знали, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Чем раньше ребенок начнет понимать, как действовать той или иной ситуации. Вот. Сначала это в какой-то игровой форме можно проводить занятия, но потом уже, когда дети становятся старше, соответственно, можно уже переходить на более серьезные вопросы и доводить уже информацию другим способом. Школьники остались довольны после экскурсии. Мне понравилось то, что было очень интересно. Было много познавательного, что узнали, как можно вести себя при пожаре, куда звонить. Благодаря таким мероприятиям у детей сформируется большой фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение грамотно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. А в завершении недели у ребят в лагере состоялась увлекательная игра «Ромашка». Суть игры заключается в следующем. Вожатые вырезают круг и лепестки. На лепестках они пишут веселые задания каждому отряду. Например, придумать и разыграть мимическую сценку, сочинить сказку и инсценировать ее, изобразить пантомимой отрывок из песни или стихотворения. На подготовку к выступлениям дается 10 минут, а затем вперед показывать свои таланты, фантазию и умения. Цель игры – помочь ребятам раскрепоститься, выступая на сцене, дать возможность проявить интеллектуальные способности и научить дружелюбности со сверстниками. Мне очень нравятся разные конкурсы в лагере. И мне повезло, что меня выбрали капитаном нашей команды. Нам надо было пропеть песню «Крокодила Гена, пусть бегут неуклюжим», промяукать и прохрюкать. И рассказать разными эмоциями стихотворение «Идет бычок, качается». Я озвучивала сказку «Репку». Нравится, здесь очень весело. Игра «Ромашка» со своими задачами справилась. Дети на одной волне друг с другом и увлечены общей игрой. Положительные эмоции, радость победы, смех и улыбки. Именно так формируется командный дух и достигаются первые высоты. В детском саду «Чебурашка» прошло занятие по изучению правил дорожного движения. Воспитанники совершили путешествие в страну дорожных знаков, узнали о том, какие дорожные знаки сопровождают их на улице. Помогали в изучении социальный педагог Елена Кузьмина и инспектор ГИБДД Дмитрий Добренков. За активное участие в мероприятии воспитанникам вручены медали в виде маленьких огоньков светофора. На сегодня это вся информация. Все самое интересное и актуальное на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.